вообще? А ну тащи. Открылся гастрольный тур «Драма и поминальная молитва». Мой коллега Герман Гущин подробно рассказывал о том, как прошел спектакль и как приняла артистов рязанская публика. Искренне трогательная и пронзительная история не оставила равнодушных. А профессионализм труппы и образные режиссерские решения оценили даже самые искушенные театралы. Дальше рязанцам показали молодежную, яркую и темпераментную любовь в стиле барокко. Легкую искрометную комедию «Камалетти, Боинг, Боинг», фарсовую комедию «Тетки» и спектакль по рассказам Василия Шукшина «Люди добрые» оценили все. Аншлаг на каждом спектакле и теплый прием брянские артисты заслужили сполна. Без внимания не оставили и юных зрителей, для которых привезли мюзикл «Маугли». Предательство мы не прощаем, готовы идти на пролом. И как и положено в стае, легко разберемся с врагом. Гастроли состоялись в рамках единой гастрольной системы, которая проводится Министерством культуры России и охватывает театры всей страны. Такие гастроли всегда радуют зрителей новыми впечатлениями, именами, вдохновляют артистов на взаимодействие с новым залом. Одним словом, оживляют творческое существование театральных коллективов.